Щодо експорту, які, можливо, є прогнози, які ринки хочете відкривати в поточному році? Може, є якісь плани? І коронавірус, як може змінити ситуацію? Ви знаєте, Україна традиційно експортує більшість свого зерна, там около 35% в Європу. Європа – це територія, де проживають полмільярда чоловік і платіжоспособних чоловік. Тобто там є життєздатний бізнес і люди, які способні заплатити за нашу продукцію, за нашу сільгоспродукцію. Вторым по величине рынком я бы назвал, конечно, на сегодняшний момент Азию. Раньше это были страны Северной Африки, Средиземноморские. Но в последние лет 5 мы все больше делаем упор на Азию, потому что население Европы не растет, мы больше туда продать не можем. Население Северной Африки тоже не растет теми темпами, І куда там бы мы могли. економіка не така. Да, не такая сильная экономика. Даже если население растет, то не все люди могут себе позволить покупать все больше и больше. И, скажем, во всех странах разное, например, регулирование по хлебу в Египте. Это социальная функция. Там выпускают 3 сорта хлеба, и государство само регулирует. У нас такое было в советское время. Нас, кстати, 2 года назад только отменили регулирование цен на хлеб и наценки между мукой и хлебом. А вот в Азии это динамично развивающийся рынок. Так в Индии, например, прирост населения составляет от 20 до 30 миллионов человек ежегодно дополнительно. В Китае также население растет. И Китай, экономически увеличивая свой рост, увеличивая доходы населения, становится все большим и большим покупателем. Помимо этого, в Азии происходит немножко переориентация молодежи на новые способы питания. Так скажем, если традиционно Азия всегда ела рис, то молодежь, насмотревшись фильмов, путешествовав по миру, все больше начинает есть Щось новеньке їм хочеться хлеб и спробувати. бургеры. Поэтому наша продукция, то, что мы отправляем там в Индонезию пшеницу, например, в кукурузу в Китай, то она пользуется там спросом. Я думаю, что прирост населения в Азии даст нам возможность увеличивать туда экспорт, куда мы уже на сегодня экспортируем тоже около 30-35% ежегодно. Але наша пшениця все ж таки в Китай зайти не може. На сегодняшний момент нет. К сожалению, пока не подписан фит.